Приветствую вас, Марина. Давайте разберем ваш вопрос. Знаете, у меня никогда ощущение, что в этой ситуации с мужем вы ведете себя как родитель. Как спаситель, да, как родитель. У меня никогда ощущение, что в вашем поведении больше не женского, хотя это тоже есть, это прекрасно, а скорее материнского. У меня никогда такое ощущение, честно говоря. Вот. И мне кажется, что с этого нужно начинать. То есть начинать нужно с того, какая вы в контакте с человеком, да, начинать нужно с того, как вы себя выражаете и проявляете, понимаете? Вот. Мне кажется, что в том, что вы говорите про панические атаки из-за того, что он хочет пожить один, он говорит о том, что у вас нет опоры на себя, и вы больше ориентированы на другого человека. Но вы выбрали не такого мужчину, которому бы это нравило. То есть это не тот человек, которому нравится, что вы ориентированы на него. Понимаете, да? Вот. И, соответственно, это, наверное, одна из главных проблем ваших. То есть мне кажется, что муж чувствует какое-то подавление с вами. Вот. Чувствует материнство. Ну вот, например, вы пишете, спалила его на перебивке с девушкой. Что значит спалила? Вы разговаривали, если вы с ним об этом, например, да, и так далее. Это важно. Потому что, ну, вы спалили, а дальше-то что? Как бы. Вот. Ага. Еще один важный момент. Это то, что вы говорите, вот, значит, он упрекает, что не проявляет инициативу первым, мне приятнее, когда от него исходит. Ну, вам приятнее. Но ему-то приятнее, когда вы. То есть, и как этот вопрос решается между вами? Вот. То есть, понимаете, вот есть такое ощущение, что вы хотите раствориться в человеке. Вот. А человек особо раствориться не хочет. Есть ощущение, что человеку это не нужно, не нужно. Понимаете? Вот. Есть ощущение, что мужчина, ну, нуждается в другом в чем-то. Вот. Ну, как бы
более, может быть, таких, ну, свободных отношений. А вы такое ощущение, что его, вот, ну, душите. Понимаете, да? Что я имею в виду? А это, ну, неприятно ему, безусловно. Понимаете, да? О чем идет речь? Дальше. Так, вот паническая атака, страх. Тут надо бы посмотреть, чего боитесь. Вот. Как вы к антидепрессантам пришли? Вам назначили, вы назначили их сами себе. Вот. Далее, вот вы хотите развестись, что вы вкладываете в это? У меня ощущение, что... Ну, у меня такое чувство, что разводясь, вы манипулируете им, провоцируете его. Вот. Значит, вы пишете, что... значит, вы жалуетесь на него, а он говорит, что меня это самое. Знаете, вот это вот ощущение, да, что у вас есть чувство вины и неуверенности в себе. Ну, вероятно, отзеркаливается мужчина здесь. Не понимаю, что ему надо. А что вам нужно? Вот вы говорите, что вы хотите семью и детей, а вот, ну, вот что конкретно вы хотите? Ну, то есть, понимаете ли вы, что за этим, ну, что за этим, что за этим, ну, скрывается? Условно говоря. Потому что, ну, есть ощущение, да, что... вы не очень понимаете, чего вам хочется здесь. Вот. Такая вот история. То есть вопрос не в том, что вы должны или нет, а вопрос в том, где вы настоящие. Где вы настоящие? А где люди? Ну, где вы там обманываете себя, условно говоря, да, где вы начинаете себя пересиливать. Вот. Мне кажется, что так вот, такой момент. Соответственно, как если вы научитесь себя слышать, вот, именно слышать себя и чувствовать то, что вы хотите, вот не семью хотите, да? Ну, условно говоря. Хотя это тоже может быть. Семью тоже.
Вот, но что-то еще. Вот в этом, в том, что хотите семью, есть что-то еще. Понимаете? Вот это нужно исследовать. И тогда вам уже будет, ну, как-то более понятно, в какую сторону двигаться. И вы не будете так зависеть от человека, который, ну, как бы, да, действительно, человек не очень знает, чего он хочет, вообще не очень знает, что ему вообще надо. Вот. Такая вот, такая история, такой момент, ну, мне, по крайней мере, так это видится с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. А на этом все, пожалуй, я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно, несмотря на то, что прошло прилично времени, то я надеюсь, что вам это было, ну, не бесполезно, вот, и вам нужна терапия. Вам нужна помощь. Как только вы будете готовы, то обращайтесь к любому из специалистов. Я думаю, что вам помогут. На этом все. Желаю вам удачи. Желаю вам всего самого доброго. Будем надеяться, что ситуация разрешится.